Bitstamp приняли решение по BCC. Bitstamp – крупнейший криптовалютный фондовый рынок Европы, объявил свое решение о возможной ситуации с хардфорком. Как сообщается на официальном сайте Bitstamp, компания в первую очередь стремится обеспечить безопасность средств. Во время возможного хардфорка Bitstamp прекратит все транзакции из-за возможных проблем с безопасностью. Это будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не урегулируется. Также в заявлении отмечается, что Bitstamp не планирует поддерживать Bitcoin Cash BCC. BCC является альткоином, и решение о включении BCC неизменно остается на усмотрение компании.